Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Planet Nomads. В игре прошли обновления, в основном касающиеся багфиксов. Но и есть забавная фишка. Добавили некие обелиски. Это такие здоровые черные хрени, торчащие в небо на радость дедушке Фрейду. Но я что-то тут ни одного в округе не вижу. Поэтому не будем отвлекаться, а пожалуй, что приступим. Так, пулемет иди сюда. Строительству машины, как мне рекомендовали. Пора бы уже построить машину. Так, достаточно ровное место сделал. Наверное, недостаточно. Но я в эту сторону буду домик расширять, так что, наверное, нормально сойдет. Вот. Тут надлежит построить домкрат. Слушайте, экстрим. Дождь, конечно, все такое, но... Совесть-то иметь, я только вышел. Так, что мы заменим, Вот странную штуку мы заменим. Может, будет пищать, что я мертв? Так. Давайте, пожалуй, не тут поставлю, а вот тут поставлю, потому что, возможно, машина будет крупной. Так, нам нужно Mechanical Parts и еще одну композицию. Да хорошо, хорошо, Ушел я. Все хорошо. Я больше не мокну. Под дождем работать нельзя. Что там? Три механических, по-моему. Нету. И одну вот такую, по-моему. Ничего нет такого нужного. Ну, вроде нет. Так, что мы тут можем подсунуть дальше? Принтер. Ну, вроде ничего не кончается, нормально. Подкинем. У меня тут зрители укорили, что я преступно растратил ресурсы на постройку домика. Надо было строить машину сразу. Правда, я могу сказать, зато какой у меня домик. Так, а что, Mechanical Parts еще надо, да? Еще один. Немножко запрыгивать надо, но это мелочь. Так, Mechanical Parts, иди сюда. Собственно, зачем весь сырбор? Очень далеко мотаться за редкими ресурсами, за титаном в частности. Поэтому, ну, нужна машинка. После постройки домкрата дадут прям вот все запчасти к машинке. Да, вон кокпиты и все такое. Давайте посмотрим. Благо тут тихо. Рогатые не донимают. Вот видите? Давайте вот так вот. Так, это домкрат. У нас есть кокпит 3 на 3, кокпит 2 на 3, кокпит 3 на 3. Чем этот раунд отличается? Устройство контроля и движения. Необходимая часть каждого корабля. Задает переднее направление корабля. Ну, даже не знаю. Давайте пока базовый. А для этого надо что? Кокпит 2 на 3. Ну да, типа хоть что-нибудь построить, да. Хорошо. Мы хоть что-нибудь построим. Ой, елки. Как пидо на 3, а тебя обязательно на домкрате на это ставить-то, а? Basic frame, ну понятно. А я не то все. Сгинь, короче.
Я так понимаю, нам basic фреймов нужен просто вагон. Тут вроде что-то было. А, нет, я все на этот извел. Хорошо. Эти штук 5 basic фреймов. Наверняка вот этих тоже нужно было. Так, что у нас? По идее, хорошо, по сну у нас не очень. Давайте мы попробуем поспать. Да. Спальники заработали снова. А вот этот вот девайс мой нет. Блин, как всегда телефон. То есть я нажимаю пробел, 0 эмоций, фон произведения. Но он восстанавливает. Так, я сейчас на секунду отвлекусь, пока тут тикает до 100%. Так, продолжаем. 67. А, пока в том листе я был, не прибавляется. Ну ладно. 70. То есть только я вот так могу восстанавливаться в этом саркофаге. Что, в общем-то, для меня до сих пор непонятно. Потому что вот в этой же... Здесь, не здесь. Здесь, по-моему. Да, вот тут написано, что... Нажать... И держать для входа, она входит просто по нажатию E, а пробел внутри не работает. Хотя вот тут он нарисован. Непонятно совершенно, в чем дело. То есть хоть нажимай, хоть держи, она сразу проваливается. И все. Непонятная штука. Ну ладно. Что с ним сделаешь? Так. А, у меня еще 5 есть. Ну ладно, будет 10. Наверняка понадобится. Погнали. Так, двоечка. Ну, давай, фрейм. А, это поставить было, а внутрь-то нам еще, о, сколько всякого. Так, понятно, стекло, 4 электроники и 4 композитки. Хорошо, хоть первый уровень. Стекло. Штуки 3. Электроника. 4, да. Ну, тоже давайте больше. И композитка. Тоже давайте больше. Сделано, наверное, ровно, да? Ну, в принципе, эти части должны быть с запасом. Потому что мы еще много всякого крафтить будем. Так, мы что, хотим пить или мы попили? Понятно, зелененькое. Видимо, попили, у нас бонус. Нас дождем полило, и все хорошо стало. Еще электроника. Так, что-то мне кажется, у нас сейчас ресурсы будут кончаться, да? Ну, кстати, в баночке того, все. Надо будет пару деревьев спилить. Или, возможно, оно из ящика тащит. Если там ящик что-то лежит. Домик я буду перестраивать. Я буду, во-первых, углублять в холм. Во-вторых, я, скорее всего, буду в ту сторону его выдвигать. Но это я пока не знаю. Пока думаю над конфигурацией. Так, это вот такой вот у нас кокпит волшебный. Ладно. Что мы к этому можем присобачить? У нас есть колеса. Такие и колеса баги. Несомненно, у нас будут колеса баги. Но почему-то я не вижу блоков. Поверпад. Конечно, что нужно сделать? Построить Searchlight. А Searchlight? Строить Winch. Winch ты кто?
Reach. Suspension. А, еще у нас есть сплошные блоки, вот такие вот. Из которых мы можем построить корпус багги. У них все надо будет сюда тогда, да, вытаскивать. Ну, пока багги у нас будет такая простенькая, я думаю, ну. Читы. Что такое? Кто-то за мной пришел? Ты, рогатый, иди отсюда. Даже не думай. Нет ресурсов. Надо фреймов. Хорошо. По-моему, ему не нравится мой этот. Моя постройка. Э! Вы это видели? Оно как в дом вошло. Вообще охренеть. Понял? Вас всех надо пилить. Мясо-то будет. Кроме волшебное оружие, да? Он меня сейчас убьет, по-моему. Кто кого, да? Кто сильнее? Мясо и биомасса. Неплохо. А вот как будет валяться тут? Иди отсюда, рогатая. Круто. То есть эту штуку я не разбираю. Как отсюда вынести? Ну ладно. Не, ничего не могу с ним сделать. Так, ладно, мясо и в еду. Это... Иди, наверное, туда. Так, что-то мне все это не нравится, господа. Так эти выпилят. Ладно. А оружие мне до сих пор не положено. Так, фреймы, давайте вот десяток сразу задам. Даже побольше. Двадцаток. Вперед. Интересно, как мне теперь тухлятину отсюда убрать. Я на нее ничего не могу задействовать. Ладно, будем надеяться, что стухнет. И шуршание за спиной меня вообще не напрягает. А, все, пропало, зараза. Ладно, а он пока саркофажик. Потому что он нас еще нас и лечит. То есть он функционирует, но почему-то в нем нельзя проматывать время. Видите, у меня здоровье побежало вверх. Перестал бежать. О чем это говорит? О том, что игра сохраняется. Ну что ж, подождем. Так, это я вышел. Но она сохраняется довольно долго. Так, что у нас тут? Есть фреймы? Есть. Так, ладно, погнали. У меня 56, в принципе, с одним козлорогом я справлюсь. Так, эту автоматическую турель, чтобы выгнать отсюда с ссаными тряпками. Никто не бежит. Мне очень как-то хреново реагируют на вот этот вот сварочный аппарат. По неведомой мне причине. Но что-то, наверное, в этом есть. Так, вот такой длины машины, наверное, нормально будет. И скажем так, вот такой вот ширины.
Железе я сейчас изведу, конечно, пучку на это все. У меня творчество пока довольно квадратное. Уж. Что поделать уж. Это не со зла, просто я со здешней моделью с постройки еще не освоился немножко. Так, еще десяток. Оу. Мы сейчас тут будем штамповать. Да, давай еще два десятка. Вот он, процесс-то пошел. Так. И то получается высоковато. Может, хотя вот я ее оквадрачу, когда, ну, будет ничего, наверное, для баги-то. Батарейки пошли. То есть что-то я уже... А, нет, тут было. Вот интересно, а мне батарейки для чего-то нужны? Свитчборд. Она открывалась. Это вы переключаете всякие электрические устройства. Ты кто? Радар. 2 километра. Это хорошая штука. Неплохие вещи открываются. Это все надо строить. А у меня на все ресурсов, наверное, не будет, да? Так, ты кто? Ховер. Вот ховер. Джек, интересная штука, но он требует вот этих кайтечных ресурсов. Кого я пока не могу. Так, и мне нужны контейнеры на эту штуку. Так, а у меня же были контейнеры. Рефайнилка средняя. Я все это хотел построить, но вот отвлекся на машину. Вот. Компакт. А у меня больше не было разве? У меня же больше был контейнер. Принтер. Под машин. Так, тут нету. А фаворит есть? Фаворит нет. Basic. Ладно, all. То есть у меня только компакт контейнера пока? Медбей, армори. Ок, ладно. Компакт? Так компакт. Вместо чего? Вместо вообще поставим. И, наверное, стоять. Да можно и так. А я в них залезу так. Ну, они, в принципе, друг к другу прицеплены будут. Так что, наверное, залезу. Так, условно, вот так эта машина будет. Я не знаю, ей батарейки обязательно, или она все нормально. Кабина есть, и все хорошо. Так, опять фреймов не хватает. Так, не выключая кубика, я, наверное, могу его взять. А то, конечно, могу. Все, ресурсы кончились. В частности, карбон кончился. Ну, карбон вот тут рядом напилим, тут месторождение-то есть. Вот так вот это будет. А, плейты кончились. Для плейтов тоже нужен карбон, или из чистого железа можно делать? Для плейтов тоже нужен карбон. Карбон у меня был тут, вот в еде. На самом деле. Так, мы его отсюда заберем. Еда переживет. Даже вот сюда положим. А, я положил в ту. Ну, ладно. Так, что у нас еще? У нас сюда напазло еще всяких предметов странных. Мы их все заберем. Тёпочка есть даже. Ок. Так. Этих десяток. А ты двадцаток. Так, сейчас сварим эту платформу. Приварим к ней лапки по углам. Я пока особо не буду заморачиваться со сложностью конструкции. Нет, чисто ездил, чтобы не на своих двоих ходить. На своих двоих, как мы
убедились, это очень тяжело. И, кстати, я почему-то не голодный. По неведомой причине вообще. Я не голодный. Нет, тут уже сколько топчусь вокруг машины, но все хорошо. Значит, у меня опять плейтов не хватит, да? Да. Туда что-нибудь? Нет? Тоже плейт. Ну все, я чувствую, сейчас у меня будет поход за карбоном. Козел идет. Я, в принципе, уже здоров, так что с ней можно разбираться. Так что он еще минимум 3 штуки, да? 2. Минимум. Ага, 2. Тут 5. Так. А у нас тут нормально. Штук 6. Но мы еще не достроили. Так, контейнер на ней есть. Также на ней есть корпус. Больше на ней ничего не есть. А, давайте. Плиты. Большой контейнер. А среднего контейнера у нас нема, да? Компакт. После него сразу большой. Да тут забавно как. Ладно. А, что у нас тут? Тут у нас еще есть... подвеска. Форму я потом буду придавать. И у нас колеса багги будут. Подвеска. Так, троечка. Надеюсь, она переднюю заднюю не делится. Ой, мне надо снизу бы. Как известно, корова это животное с четырьмя ногами по углам. Наша машина будет такой коровой. Ну, что нам надо? Нужно на каждую штуку 3 механики и 2 композитки. Что нас приводит к 12 механикам и 8 композиткам. И 8 композиток. На этом мы, видимо, простимся с нашим карбоном. Целиком и полностью. О, плейты есть еще. Прекрасно. Силикон вообще нафиг не нужен. Он тут на стекла идет. О, у нас и железо. У нас еще и железо. Не, железо пока есть. И это пока есть. Нормально. Пока живем. Так, эту бабу сюда выложим. Голду тем более, она раз стрелять нужна. Все туда. Тут пускай будет только исключительно то, что мы производим. Так, мы на удивление не голодны. Я когда бегал, я голодный был постоянно. У меня персонаж постоянно хотел жрать. Страшной силой. А тут смотрите, как все прекрасно. Так, наши генераторы поживают. Нормально. Ну, нормально. Вообще неплохо бы сходить и... покосить деревьев. Ну, я уже как-то вошел в режим строительства. Слушайте, а вот эти она не сделала. Она даже их в очередь не внесла. Что там, что-то не так? 8. Вот. Давайте сходим покосим. Так, тут мы сейчас... приварим. Нет ресурсов, да, ну, чего-то. Все. А, они отдельно не варятся туда. Ну ладно. Так. Давайте вот завалим вот это дерево. Все, с него должно быть много биомасс. Ну, значит, козлы будут доставать. А то они козлы.
Они очень не любят, как кто-то что-то косит, рубит и так далее. Нам биомасса нужна для реакторов, биомасса нужна для крафта. Еще по окрестным ящичкам бы сходил, ящичкам. Кучкам ресурсов. Так, ну биомасса вроде добыли. Я все ближе к гнезду приближаюсь. Они это не любят, поэтому... Пойдем в другую сторону. Так. Нам нужны камни. Камней я сейчас пока не вижу. Ничего. Скоро мы будем тут ездить на багги. И собирать все большими охапками. В том числе и титан. Кстати, должен сказать, местность у нас довольно спокойная. Потому что если вот там, где гориллы, мы бы отрезались. Ничем для нас хорошим это не закончилось. Так, место нашей посадки. Булыжников что-то не вижу. Так, вот там козлы патрулируют булыжник хороший. На четверых я не выпилю. Оружие я тут вообще пока не видел в крафте. Вообще нету. Ни под каким видом. Но дождь, конечно, сейчас еще замерзну, да. В скафандре-то куда как замерзнуть можно. Скафандр вообще вон, хуже плаща китайского дождевика. В нем можно промокнуть, замерзнуть, в нем могут покусать. Что туда может произойти со счастливым обладателем плаща? Карбон, силикон. Карбон тоже хорошо. Силикон просто я могу застеклить всю округу. Наши любимые хрень, еще пчелы прилетели, да? Ешьте меня все. Вот я смотрю, клопы какие-то появились, их раньше не было. И ходят эти цветные клопы, их раньше не было. Вылазили, не знаю, откуда. Так, вот не помню, эту штуку можно безбоязненно трогать? По-моему, это какая-то еда. Но я ее собрал. Так, хорошо. Железо, карбон. Хорошо, по-моему, пчел опять слышу. Моих любимых. Они постоянно за мной летают. Опять силикон идет. В бешеных количествах идет просто. Просто такие звуки подсторонние раздаются, я просто не знаю, куда от них уже это дергаться. То ли меня это кто-то есть идет. Вот, жизнь на чужой планете без оружия, она душевного успокойствия не способствует вообще. Я очень надеюсь, что где-то дальше там скрывается оружие. Кстати, я не то чтобы жадный, но я, наверное, на баге поставлю еще контейнеров. Интересно, а можно ли в нем спать? Вот так вот. Вопрос, кстати, совсем не праздный, потому что в путешествии где-то надо будет спать. Или мне надо будет такой дом на колесиках сделать, в котором будет спальное место. Кстати, если машина строится по тем же, так сказать, канону, что и дом, то почему бы нет? Там можно будет стены, дверцы, там все это наваять. А, или она только из брони. Так, кислота, иди нафиг. Вот ее чем-то запилить. Наверное, что-то интересное можно получить. Пчелы, ну, у вас... Я не трогаю ваш улей. Я один с него по дурости вляпался. Больше не хочу с ним дела иметь. Да. Сидички противные. Кусают. Вообще, я порядком уже зачистил побережье свое. Но не ходил на другую сторону озера ни разу. И это интересно. Тоже там. Так, сохраняшечка пошла. Ждем. Сохранилось, все прекрасно. Так, ну я, наверное, потом добавлю на нее еще контейнеров, потому что, мне кажется, машин должна увозить много. Пока это такой базовый кирпичик, скажем так. Странно, все колеса стоят. У меня оси.
Ну, я над этим поработаю, я потом посмотрю, что из этого можно сделать. Ну, первая машинка будет квадратная и простая. Так, прекрасно, мы тут что-то должны были насобирать, да. А я вам принес всякого хорошего. Так, контейнер. А, в контейнере место не вагон, да? Ну ладно, вот это сюда. Это ладно, так уж быть сюда. Это вообще тут у вас пропишется. Этого добра тоже надо. Остальное в реактор закину. Это я вообще не знаю, надо, не надо. Силикон в таких количествах прет просто вот пачками. А у меня тут где-то был контейнер такой не очень полезный. О, тут очень хорошие вещи, ребят. Механикал парцы берем. Электронику берем. Супералой, вот это все сложно, это мы не трогаем. Уран тоже пока нам не нужен. Ну, силикон мы тут просто вот тупо копим. Так, семки. Сюда. Фрукты, видимо, забираем. Фрукты сейчас виду положим. Сюда. Одну порцию банок. Сюда другую порцию банок. Я все жду, что откроется какая-нибудь солнечная панель, потому что мне... Кто это? А, вот. Урановый реактор меня как-то вот совершенно не радует, потому что он будет жрать уран, в него надо возить уран. Так, я все забрал, прекрасно, погнали. Собираем. А, ну еще так плохо, на них пружины появились, я думаю, просто оси будут такие торчать. Так, бяшки что тут вообще толпами. Так, бяки, вы не думайте, я вас всех-то тогось разгоню. Так, колеса баки, слушайте, как-то она невысоко, да, у нас будет? Зато хрен перевернешь. Так, а что мы по С можем сделать? А, давление менять. И чего? Да, странно, ладно. Так. Интересно, как она разделяет, какие колеса в какую сторону крутятся? Они крутятся в другую сторону, да? Да, какого хрена? Снять его не могу, да? Так, ладно. Это ящик. А как мне колесо заюзать? Ладно, только покрутить в разные стороны, я потом найду, что с ними сделать. Mechanical parts у меня есть, но они не нужны. Нужны композиты. 8 композитов и 4 фабрики. Что было С? Нет, это подвеска. Ну, наверное, пока не построю ничего. Так, 8 композитов и 4 фабрики. Восемь композитов. 9. И 4 фабрики тряпочки. О, силикон к нему пойдет на эту заразу. Так, что у нас? Давайте. Пока все это делается, мы что-нибудь съедим. Причем если не дать фрукт съедим. Ну, я знаю, что я говорю. Я еще и в саркофаге полежу. Люблю я, понимаете ли, в саркофаге полежать. Нормально, он получается у меня не устает, не болеет, и все хорошо с ним. Так, сюда. Механиков у меня аж 10, но что я там паял? Я чем-то перестарался, видимо.
столько не надо было, да? Ну, прям, у меня всего прям запас сложился. Или я два раза что-то задал. Не знаю. Но сейчас вроде тоже количество, какое у меня задано. Так, вот. Так, ладно. И... А нам нужна энергия. Сэм. Change директор. Change. А что тут еще есть? Ага, делать вращающимися. Это торки. Speed. Момент вращения и скорость тут можно менять. Хорошо. Так. Меньше движения. Это у нас будет вращение. Это у нас будет торки. Это прям момент вращения у него будет большой. Открываем. Опять же на торке. И стиринг. О, оппозит стиринг. А вот это хороший вопрос, в какую сторону он будет стиринг. Будет всякое. Давайте мы оппозитный стилинг ей сделаем, действительно. Вот так, чтобы они одинаково были. Так, и теперь эту заварить. И это у нас будет... Та еще торквемада. Далее. От чего эта штука у нас будет работать? Хороший вопрос. Потому что... Если я сюда бабахаю большой химический этот реактор... Он тут будет очень странно смотреться. Вот тут вот. Интересно, что у нас может быть батарейками? Построить винч. Где у нас винч? Непонятно. А это все через лампочку строится. Ладно. Винч. Очень хорошо. Вот из этого можно, ну, на батарейках она сможет, конечно, ездить. О, тут что-то пошло уже новое. Терминал. Винч. А вот и винч. Лебедка. Фу. Ну что, я как бы против. Так, и давайте, наверное, батареечки на нее поставим. Возможно, она шестиногая после этого станет. То есть мы назад удлиним. Так, теперь давайте подумаем. Какая у нее будет морда? Длинную морду делать нельзя. Категорически, потому что... проходимость будет фиговая. Ага. А сюда заходить нельзя или можно? Можно, да? Ну так, подвеску чуть прикрыть. Нормально. Надеюсь, цеплять не будет. Так, теперь какие у нас еще будут блоки? Ну, система мыльница. Видимо. Так, я забыл, чем штуку крутит. Чем штуку крутят? Так. Rotate блок это с этой штукой. А X менять направление. А, все.
Так. А сюда мы присобачим этот самый винч. Че, нету? Фреймов нет. Побежали. И пошли они за фреймами. Так, ну похоже, строительство машинки низко затянется. Фреймы. Фреймов нам при любом раскладе в вагон надо. Нету? Это вагона нету. Однако серия уже получается довольно длинная. Я думаю, еще фару искать, сейчас поставим. Весь набор сейчас будет. Смотрим, что там у нас еще. Винчатым мы туда присобачим. Кстати, вот тут они не все далеко летали. У нас будет Searchlight, Searchlight, Light, Front и Top. Ну и ладно. Колеса мобильной базы для двигающейся крепости гигантских машин. А вот это мне нравится. То есть ездящая база у меня будет. Coverpad, Airblade, это эти вентиляторы. Большая подвеска, это вот для этих колес, скорее всего. Чем дальше, тем интереснее. С другой стороны, хочется базу еще построить. Так, на улице мокрый противно. Но мы пойдем. Да. Температура там вообще ужас. А, лайтинг еще надо. О как. Все непросто. Так, тут у нас будет лебедка стоять. Надо плейтинг и механикл парса еще. Так, ладно, я тебя все равно перепрыгну. Все, ухожу в домик. Нудная какая. Extreme temperature warning. Да я уже в домик ушел. Ладно, я тогда чувствую, что строительство машинки перейдет в следующую серию, потому что 42 минуты уже довольно долго. Так, чтобы пока не забыл, я поставлю тут строиться еще два десятка в этих плейтах. А на этом всего хорошего. До новых встреч.